А перед началом этого ролика вы должны подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и нажать на лайк, и написать ваш топ любимый комментарий. Ну ладно, ребят, начинаем. Гости, подписчики моего канала, и сегодня вместе со мной один крутой ютубер. Знаете, кто это? Правильно, угадали, это The Nikitos. Поздоровайся. И сегодня у нас соревнование. Да-да-да, у нас соревнование. The Nikitos против меня. Короче, ребят, план таков. Я буду сражаться с ним один на один. Кстати, ссылка на его канал будет в описании. Да-да-да, и на его Discord сервер будет в описании. Как бы, я намного его получше, я с поджигой. Проверь, у него 22 кп, у меня 21. Ну, вначале, когда я в... Что он теперь, это ПК? Никитос! Никитос! Бам! Не знаю, что я так ору, но... Не знаю, зачем это. Смотрите, какая у меня тактика. У меня как бы поджига, знаете на сколько? На 65 часов. 65 часов, Кару. Итак, сейчас игра начнется, и мы посмотрим, кто лучше, я или он. Я пишу. У нас ПВП. Кровати не ломаем. Не ломаем. Да. Идем на центр. Идем на центр. И вы ломай. Ломание кровати. Итак, смотрите, я красный. Раунд один какой? В деревянке. Деревянки. Деревянный. Броне и деревянным мечами. The Nikitos, у тебя не получится выиграть. Я выиграю в этом раунде. Я ему написал, что это будет уже челлендж в деревянной броне. Никитос, здорово, я тебя вижу. Кстати, Никитос, когда ты посмотришь видео, иди на центр. Я напишу, я на центре, я на центре. Конечно, я на центре, я тебя жду там. Ладно, я приостановлю видео на паузу, а то не хочу затягивать видео. Смотрите, он строится на беге, точно так же, как и я. Я точно так же могу строить. Он на полном беге, что ли, строит? Что это сейчас было? Как он провалил? Так, я это замажу. Давай иди на центр, я построил дорожку. И тебя выиграю. На изи. Смотри, готов? Акула лезвия против красного меча. Готов? Никто. Китай. Один. Два. Три.
как я умер. Раунд 2. Да ё-моё, Т2. В железной броне. Мечом. Ой, да ну зачем я прикупил владыку жулик? Объясните мне. Все, я закупился. Я готов как бы к этому раунду. Главное бы не упасть, как за Никитос. Кстати, да, ребят, напишите в комментах, кто круче, за Никитос или я. Мои вампиры хорошие. Стоп, у него сколько хп. Дайте поглядеть. 22-22. Хе. Без золотых яблок. Да. Без. Да. Да, без золотых яблок за Никитос, ты понял? 2, 3. Yeah, I hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. Okay, alright, and I'm proud. Yeah, hype and I'm loud. I'm shout all about how I feel in and out. Anybody ever gonna try to change me? Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope right now. And I know I'm proud. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. Как объяснить им? За Никитос, когда ты посмотришь это видео, то ты просто офигеешь. А что пишет? Внутри какой? Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear? Can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are when you stand right here and say no? I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. The one that doesn't give up never loses to a foe. The one that can show to myself I can go all the way to the top. Can't stop. Да, надо мечи золотые. Весы можно подбирать. Сразу скажу. Опа. Кстати, если ты если у тебя там мало хп, и когда ты меня прибил, то можно использовать золотые яблоки, когда матч окончен. Сразу скажу. Чё я за дурак? У меня золотой меч здесь лежал. Так, мне надо сбегать по базам, а то у меня нету золота. Кстати, за Никитос, ты видел мое новое видео? Если нет, то сразу посмотри, я тебе рекомендую. Какие у меня там скины, какие руны у меня. Так, золото минус. Сразу скажу, меня не уничтожать этот раунд. Такая небольшая упоминание. Я бы ползу на центре, никто. Ну сразу видно, что ты меня в одном из раундов победил. Сразу говорю, поздравляю. Ё-мы. Гоу. Сейчас приползу, окей? Эй. Я сейчас приползу, я бегу. Да ё-моё, хватит присылать это. Без алмазов? Без. Конечно, без алмазов. Если ты улучшишь атаку или броню, то это будет читерно. Так нечестно. Все по правилам надо делать. Все по правилам. Да, как бы это нечестно, но... Вот так вот и у меня выстроены правила.
я буду смотреть видео. Экс-Алибур против Владыка Жулик. Окей, один. Два. Так, я напишу три. Let's go! Если что, никто, я дерусь от F5. Если ты не знаешь, что такое F5, это если ты включаешь режим от другого лица, вот от такого, то можно так атаковать. Сразу скажу, Экс-Альбур это хуже. Ты по-любому заюзал алмазы. Нет. У меня алмазов не заюзано, у меня только поджига. У меня... Поджига. Я чекну видео. Да конечно чекни, у меня нет алмазов, сразу говорю, Никитос. Чекни видео, и ты поймешь, что у меня поджига. Теперь, ПВП в алмазке. ПВП в алмазке. Броне. Алмазным. С алмазным. С алмазным. С мечом. Да, смотри. Алмазы как бы можно использовать, но для прокачки кузницы это можно использовать. Как бы надо готовить изумруды. Я сначала одену свой алмаз, железо заберу. Вот чекни видео, и ты поймешь, что у меня нет никакой пассивки из алмазов. У меня попросту одна поджига и все. Если никто что-то прочекает это видео, то я сразу скажу, у меня только поджига и все. Так. Кстати, вступайте в мой Discord сервер, ссылка будет в описании. Все, я с алмазным мечом, но не полностью как бы в алмаз. Сразу скажу, Никитос, у меня два вампира второго левела. А ты покажешь какой-нибудь обзор на руны? Какие-нибудь обзоры на руны? Напишешь в комментах, почекаешь. Один вопрос. Никитос, почему у тебя кирка без... без скина и топор также? Один вопрос. Напишешь в комментах, почему у тебя нету скинов на кирки, на топоры и так далее. Ну, если хотя бы там есть скин на деревянный меч, и... сразу скажу, у тебя, Никитос, нету скин на железный меч. Ой, господи. Сразу скажу, Никитос, ну, у тебя чуть-чуть другой монтаж, но... Один вопрос к твоему каналу. Почему у тебя столько подписчиков? А? Напиши в комментах, мне будет интересно. Ладно, не буду затягивать видео, я приостановлю видео на паузу.